Друзья, в продаже у нас появился абсолютно новый Hyundai Tucson 2022 года выпуска. Объем двигателя 2 литра, дизель. Автомобиль в комплектации Power. По комплектации у автомобиля полностью светодиодная оптика, имеется бесключевой доступ. Также система контроля столкновения в зеркалах. 4 стеклоподъемника, электропривод, электрорегулировка боковых зеркал, кожаный салон, мультируль, система удержания в полосе, круиз-контроль, также кнопка старт-стоп, полностью цифровая приборная панель, штатная аудиосистема, премиальная аудиосистема Крел, подогревы всех кресел, селектор КПП выглядит вот так, электронный стояночный тормоз, также имеется подогрев руля, беспроводная зарядка, климат-контроль раздельный, кондиционер, обогрев лобового стекла, навигация. Также здесь при выборе режима езды вот такая красивая анимация. Пробег у автомобиля 65 километров, все в пленках. Имеется эра ГЛОНАСС. У задних пассажиров также имеются обогревы, розетки под USB. Камера заднего вида, датчики парковки. Допом также имеются коврики в салон, в багажник. В багажнике у нас также имеется розетка. Автомобиль абсолютно новый, в комплекте два ключа.